друзья, всем привет! Невероятно рада видеть вас. Нет, невероятно мы рады видеть вас на моем канале вновь. А если вы зашли первый раз, то обязательно подпишитесь. Здесь много-много всего разного интересного. И сегодня мы с Юрой едем на радио 4, где у нас пройдет эфир. В студии мы будем одни, приглашены только мы и две очень интересных ведущих. И мы будем говорить, конечно же, как всегда, на тему, связанную, ну как, в общем сказать, с инновациями в образовании. Можно так сказать. У Юры температура. Но он мужественно терпит это. И мы все равно едем на эфир для интересной беседы. Я в эфире тоже буду молчать. Не показывать. Кстати, это такой эфир. Теперь на Радио 4 можно не только слушать, но и смотреть. Онлайн-трансляция, которая идет в интернете, она позволяет видеть картинку также. Но не все передачи, а вот эти вот. А вот конкретно, по-моему, прямые эфиры, да. Так что можно будет, да, видеть, как Юля там периодически жрет лак. Так, хорошо. Скоро мы будем подъезжать к дому радио, и тогда я сниму и покажу, как этот дом выглядит. Ну и, конечно же, сниму студию и саму трансляцию, если мой GoPro не успеет за это время разрядиться. Оставайтесь с нами. Ага. Милая какая студия. А там идет, здесь можно. Я пока сейчас расскажу технические моменты. Так, а надо, чтобы видно было, что это радио. Да, вот так. Так вообще, что мы дома. Ставили стенки. Закончился наш эфир на радио 4. 40 минут он длился. 40 минут он не длился, он пролетел. Вот так, да. За 40 минут. Потому что только тогда, когда передача начала заканчиваться, я подумала, что ух, вот теперь-то я начну говорить. Удивительно, что нас были участники, которые смотрели в перископе мою трансляцию. Удивительно, почему? Потому что... Так, сейчас я эту машину продолжу. Удивительно, потому что передача длилась очень долго, все-таки 40 минут, а для перископа, перископ это все-таки такой формат оперативный, для перископа это очень долго. Но я невероятно рада, что нашлись учителя, которые посмотрели в перископе эту трансляцию и увидели студию вот так, как видели ее мы. Точнее, нет, они, скорее всего, видели больше меня. Телефоном трудно было ворочать. Так, ну, Юр, у тебя есть что-то сказать на камеру? Прошел очень быстро эфир. Мы даже успели с двумя вопросами, два звонка было, да. И очень хорошие, интересные вопросы были.
мне понравилось, интересно было. И радиоведущие были интересные. Интересные вопросы задавали, да. Тема. Конечно, можно было бы час 40 говорить. Ой, можно запросто, потому что там только начинаешь разгоняться. Честно говоря, 40 минут это только разгон. Это такая. Ты только начинаешь смаковать тему, а потом ты уже можешь начинать на нее говорить развернуто и интересно. А, кстати, ссылку на эфир я поставлю вниз к описанию к этому видео. В описании к этому видео. Я добавлю ссылку, так что если вы захотите посмотреть весь эфир целиком, я его поставлю вниз. Все, спасибо за просмотр, спасибо за то, что оставались с нами. Привет всем из дождливого зимнего Таллина, декабрьского дождливого Таллина. Все, всего вам доброго и очень надеюсь увидеть вас снова на моем канале. Все, счастливо, пока-пока!